Вопрос такой. Когда Иаков боролся с Богом, какого рода это была борьба? Что это? Как понять? Когда еще он повредил, Бог повредил ему бедро, вот этот случай. Спасибо. Плохо слышно очень. Ну, как... А вот так лучше слышно? Я вот понял. Мы принимаем так, как есть. Он же не видел, кто с ним боролся. А он просил благословения, понимал, что это непростое явление перед ним. И в дальнейшем он как раз за это и будет прославлен. Он не уступал до рассвета. Вот у нас иной раз совершенно беззащитный какой-то перемена обстоятельств, и уже паника начинается. Но представьте себе, никого не видим. Кого-то он обнимает в темноте и просит благословения. И Господь благословил его, и мы знаем, как благословил. Если перечислять все благословения, ну, человек, который живет на земле много лет, он скажет, этого не бывает. Это конкретно отображается на сегодняшнее время в израильском народе. Собраться со всего мира 2000 лет рассеянно и восстановить язык свой, нет, это немыслимо. А это все находилось в благословении, которое получили святые отцы. Тут никакие не надо подробности, что он повредил. Ну, повредил, значит, чтобы знак был какой-то. Он ходил теперь, опирался на какой-то жезл, палка там или что-то было. Никакую глубину тут не надо разыскивать. Боролся и боролся с Богом. Больше ничего нет. И получил благословение. Аналогов нету. Опереться не на что. Берем только единственный факт здесь. Ни Павел, ни Давид, никто не боролся. И поэтому аналогов не было. А в единственном числе мы можем здесь разные моменты только подчеркивать. Так он заплатил за это? Заплатил. Каждый день, когда хромал, может быть, не мог обуться, не мог одеться. И он понимал, Господь дал знак. Он видел его силу. Вот как человек, когда раненый бывает, он сразу теряет все. И Господь показал, что ты будешь одолевать врагов. И мы видим, что сегодня делается в мире. Все. Так, если вопросов больше нет, отхожу.